Чеченский боец смешанного стиля ММА Юсуф Раисов заявил, что хотел бы провести бой с американским спортсменом из UFC Нейтом Диасом. «Я боец ACB, уважаю эту организацию, но если попаду в UFC, то я хочу драться с Нейтом Диасом», — сказал Раисов. 23-летний Юсуф Раисов в настоящий момент выступает в организации ACB. В его активе 13 побед и 1 поражение. Друзья, а как вы думаете, смог бы Раисов одолеть такого опытного соперника, как Нейт Диас, который выступает в UFC еще с 2007 года? Напишите ваше мнение в комментариях. Друзья, если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новостей.